Всем привет! Сегодня мы готовим классический японский бол с угрём анага, который у нас свежий. Будем его обжаривать во фритюре и подавать в чашке бол. Давайте начнем. Это заготовленный стейк угря. Вы уже видели, как его подготавливать. Мы его чуть бланширнули кожу, почистили немного, достали кости. И вот у нас готовый такой стейк. Кто не видел, переходите по ссылке и смотрите. Дальше, что мы делаем? Этот стейк нарезаем такими треугольниками. Далее панируем в муке темпурной и закидываем в кляр. Фритюр уже должен быть разогретый до 170 градусов и будем обжаривать. Далее берем стручковый перец и панируем в муке. Можно использовать маленький перец чили и закидываем его в фритюр. Все, обжариваем до такой золотистой корочки и скидываем на бумажное полотенце, чтобы стек лишний жир. Подготавливаем такую мисочку с паровым рисом и выкладываем сверху хрустящий обжаренный угорь анага и перчик. Имея при себе один свежий угорь анага, можно приготовить несколько классных классических блюд. Роллы вы видели, как делать, суши тоже видели. Ролл в темпуре тоже видели. И вот еще одно из блюд, это бол с угрем темпура. И заодно расскажу еще один маленький секрет по поводу кляра. В чем же самый сильный секрет японцев, которые делают кляр темпура? Все ингредиенты должны быть холодные, максимально холодные. В том числе и мука, вода, все должно быть холодным. И замешиваться в холодном виде, хранится в холодильнике. И достается перед самой жаркой продукта. Тогда у вас получается вот такой вот замечательный, хрустящий кляр. Надеюсь, это видео вам понравилось. Вы обязательно попробуйте сделать что-то подобное у себя дома или в заведении, в ресторане, неважно где. Главное, подписывайтесь на канал и следите за моим контентом. Всем пока!